Привет, доброе привет, утро ребята. Всем из Еревана. Доброе утро. Начался новый день, 29 августа. Угу. И мы собираемся в Грузию. Ночевали вот в этом отеле, вот я вам его уже показала. Очень хороший отель. Все, внутри очень все уютно, симпатично. Всего полквартала от самого-самого центра. Вот туда центр. Там главная площадь. Да, Ереван, Вадик, это наш город, да, с тобой? Mm-hmm. Здесь кофе на каждом углу. Мы зашли в Карфур в Ереване, хотели купить армянскую соль. Специально такая в баночках, но мы не нашли. Нашли какую-то только соль. Только сванскую соль нашли. Сванскую. Наши друзья попросили нас тоже взять эту соль здесь. Говорят, что она очень вкусная, наверное, да, или что с ней? Ну, да. Она особенная какая-то. Ну, да, ей хорошо мариновать там что-то. Ну вот, но мы ее не нашли. Хотя это Карфур, это большой магазин достаточно. Пойдем дальше. Нам уже ехать надо в Грузию. Магазин хороший. Все, есть в магазине. Кстати, нашим подписчикам не интересно, сколько стоит. Ну вот по Сторму можно посмотреть. Что еще можно для сравнения? Это кабачки, огурцы. Цветная капуста. Просто капуста. Картошка. Вот, наверное, цены можно сравнить по гречке еще. А вот и гречка. Рис и гречка. Давайте посмотрим молочные продукты. Вот масло президент. Цена его. Молоко простоквашино. Цена. Стерилизованное молоко. Так, вот маленькая баночка сметаны. 270 и 300. А вот еще, наверное, чтобы прикинуть цену, вот может масло злато. Наша, вот слобода тоже можно посмотреть цену. Соль обычная. Это сахар. Смотрите, какими огромными упаковками стоит сахар, мука. Макароны вот насыпают тебе. Также кофе, печенье. И всякие здесь, смотрите, крупы, травы. Все вот так аккуратненько стоит. Что, поехали, Света, в Грузию цены смотреть. Такие красивые дома в Ереване. А еще знаете, что в Ереване огромное количество красивых девушек. Очень-очень-очень красивых девушек. Все-таки нашли мы эту соль, купили. Выезжаем из Еревана, и сейчас вдруг поняли, что у нас до сих пор иранский бензин. Иранский бензин. Еще на 160 километров хватит нам доехать. Мы вчера поменяли 100 долларов, у нас там минус соль, минус там всякие ерунда. Осталось там еще где-то, наверное, 20 грамм. Мы сейчас на них заправимся, и нам как раз, наверное, хватит до, я не знаю, может быть, даже до верхнего Ларса. Ну, здесь тоже много покупать не буду, потому что бензин там тоже дорогой. А здесь он еще и не очень хороший, вроде, здесь да? Он еще не очень хороший, да. Поэтому, ну, за сколько хватит денег, вот туда правились. Заправки через каждые 100 метров. 100 метров. Да. Справа, слева, справа, слева, справа, mm-hmm. слева. Очень много супермаркетов, прям очень часто попадаются. И аптеки в Ереване на каждом шагу. Так же, как в Москве. Ну да, аптеки да. Аптеки на каждом повороте. Давай, приезжай. Лада, ты больше ты на Ладе ездишь. А, кстати, мы заехали в Армению, очень часто, да, стали попадаться жигуленки такие. Ну, нивы очень много. Старенькие. В Ереване, еще. Ну, очень много белых нив. Любят нивы в Ереване.
или в Армении. А еще, знаете, мы еще Армению сильно не проезжали. Ну да. Здесь все очень чистые машины, это прям заметно. Да, да. И очень моек много. Моек, да, моют машины. Смотрите, сегодня дождь прошел, видите, какая у нас грязная машина, вот видно. Да. А некоторые машины уже чистенькие едут, потому что с утра уже помылись. Да, здесь любят чистые машины, как в Узбекистане тоже. Красно-розовая, как красиво в Армении, вот это из розового туфа. Может, было написано, мы просто не поняли название. Да, заморгал, загорелся. Нет этого эффекта чпок. Чтобы за это время столько колу смотрели вот всяких селений в горах, да? Это за. Смотри, как красиво поставили сено сложили такими, как это, пирамидками, что ли. Ну так аккуратно все, да, вот здесь вверху в селениях чисто. Тоже серпантин начался. Красиво. Есть другие серпантины. Более такие мягкие, аккуратные, да. Красиво везде, это зеленые. И завороты такие плавные. Но здесь, видимо, так позволила гора так сделать красиво. Коровники. Такой советский вид, такой вот машинка советская такая едет. А вот, ребята, посмотрите, рабочая. У нас осталось бензина на 28 километров. Я что-то понадеялся, что мы где-то дозаправимся. Решил, что заправлюсь, как я сказал, где-нибудь сразу. А вот горы, сейчас, если мы начнем подниматься, то будет очень весело. Никогда так не делайте. Тем более, что у нас даже канистра проехала с нами всю дорогу пустая. Пустая. Если бы у нас хотя бы там был запас небольшой. Вот так все время думаешь, а может доедешь, а может доедешь. Это же русский авось. Русский авось. У нас появилась надежда. Что-то впереди из-за гор выскочил городок. А все это появилась надежда, что она попьет кофе. Да. Спитак. Света, Спитак. Так, это Спитак? Да, 7 километров Спитак. Город, пострадавший от землетрясения. Да. Разрушенный. Но он вправо идет, а мы все-таки будем ехать прямо.
Не захотел на красивый. Это бензин или на красивый не захотел? Не захотел на красивый заправляться. Вот теперь вот на этой заправляйся. Здравствуйте. А какой бензин у вас? Нет бензина? Нет. А, это на газ? На дорогу есть, да. А, там, да. А, все, спасибо. Это газ опять. Машинки так разложены вдоль машинки. Дороги старые. Скелетики. Так, вот большие. Как встречает город. Это спектакль есть, нет? Для мотивки она не проехала. Нет, мы же в сторону ушли. Бензин. Почем? Почем? 49,52. Угу. Мы заправились на въезде в Спитак. Хватило только на 10 литров, ну там чуть не больше 10 литров, 5200, у меня было всего 6000 грамм, и вот насколько хватило, а вот памятники, смотрите, Спитак, это город, который был разрушен землетрясением. Наверху, наверное, тоже достал. И стела стоит, вот там был памятник героям каким, наверное, кто-то может... Спасатели. Мы подъезжаем к границе Грузии. А это в оцеплении стоял, видимо, догоняет. Там до Грузии осталось 50 километров. Машины все переулки перекрыты. Красиво с маячками. Эффектно так смотрится. Машины черные. Прям как в этом Лос-Анджелесе. Да. Два человека там. Ну, или два крана. Тбилиси. Тбилиси правильно едем? Смотри, как вывеска Тбилиси, Ереван, да? Два направления. Хорошенький городочек, чистенький такой. Такие домики, они все старые явно, но они такие уютные. А что интересно, мы сейчас ехали, и все города, вернее, поселки, которые мы приезжали, были Саратовка, Новосельцево. И ну, мы подозреваем, что когда сюда переезжали, ну, Саратова, может быть, когда была голодуха, вот это была в 27-м, 6-м, 7-м году. Голодающие были, да. И приехали здесь и организовали свой поселок. В общем, мы так думаем так. Придумали так мы. Да, неважно, мы так придумали. Едем дальше мы по этому поселку. Направление Благодарное. Еще раз напоминаю, что мы едем по Армении, границе с Грузией. Название интересно. А этот городок называется вот так. Мне нравятся вот эти балкончики, вот дома как сделаны.
у всех есть балкон по периметру дома. Ну где конец городка, уже посмотрите. Чтобы вы поняли, где мы. Как это на Т называется, вам приезжает? Четыре буквы. А, Ташир. Ташир, вот. А вот и вывеска. А, правильно ты сказал. Ташир. Ну что, мы доехали до пограничного перехода. Пограничного перехода. Армяно-грузинского. Вообще никого нету. Тишина, красиво, все аккуратно. Угу. Мы здесь еще не были. Это какой-то другой переход. Да, это, ну, туда мы ехали все-таки через Севан. Я смотрю, сколько денег у нас грузинских на заправку. И приготовили уже мы вот эти листочки, которые говорят о том, что мы заплатили налог за проезд дорогам Армении. В Армении. Потому что они важны. Но вообще удивительно, конечно, все равно ты не проедешь на территорию, если ты не заплатишь. Да. Тебе там пограничники не пустят. Спасибо. Спасибо. Ну, кто-то нам сказал на иранской границе пограничник, что в любом случае в компьютере есть то, что вы оплатили. Ну да. Очень быстро посмотрели машину, верхний багажник, здесь не смотрят, чтобы людей не было в машине, самое главное. Искали подъехать прямо к окошку и подать документы уже на все. Очень маленький трафик здесь. Хотя, в принципе, Google показал, что из Еревана в Тбилиси это самая короткая дорога. Всего хорошего, до свидания. Спасибо. Здравствуйте. Сколько у вас человек? Двое. Вон супруга стоит, я. С Ирана мы едем. В Иране были. В Иране? Туристами. Просто турист? Чисто турист? А? Чисто турист? Конечно. Обратно в Россию? Да, домой. Счастливо. Да, спасибо. До свидания. Все, теперь на грузинскую границу. Следующий наш этап. Короче, встали мы, выехали с армянской границы, подъехали к грузинской. Здесь все рядышком, прям промежуточная полоса, тут вообще рядом три машины. И все, и стоим, уже минут 15 стоим. Ура! Паспорта надо показывать, наверное, нет? Мальчик. Сейчас спросим. До свидания. До свидания. Все. Мы в Грузии. Ура! Если бы мы так долго вин не искали, да, мы давно проехали. Первый раз. Не, второй раз. Первый раз, когда мы в Прибалтику ездили, у нас вин проверяли на машине. Я даже забыл, где он находится. И сейчас посмотрели через интернет, нашли это хорошо место. Хороший парень, вот сам офицер, он нашел тоже у себя. А у меня интернет не работает. Да. Показал нам, говорит, смотрите, чтобы вы запомнили тоже, где у вас вин. Да, да, да. Два, в двух местах. На лобовом стекле слева, как он сказал, на панели приборов, когда я нашел. И под подсветным сиденьем, получается. Не под сиденьем, а под рамой, скажем так. Под рамой. Сложно. Вот. Ну, а так все хорошо. Так все хорошо. Быстро улыбается. Да. Не, сначала он так встревожился, так говорил. Так, где вин у вас? Я говорю, слушай, я не знаю. Я когда покупал в 2019 году, сейчас уже не помню. Ну, давайте искать. И, короче, минут, наверное, 10 мы, да, искали. Где-то, где? Было ощущение, что он подозревает, что вы... Да, да, да. Я ему говорю, слушайте, но... а он говорит, а что, это хорошо, что у вас вин никогда не проверяли? Не проверяли, да. Да, я говорю, ну да, хорошо, в принципе, говорю, меньше время тратим, да, на поиски. Вот, ну, в общем, все хорошо. И сейчас мы едем уже на Верхний Ларс. Мы решили, не будем мы заезжать в Тбилиси.
Сколько проедем, какой-нибудь отель переночуем. А завтра у Светы день рождения будет. Я буду. И мы должны быть в это время в Пятигорске у наших родных, друзей. Ребята, мы едем в ущелье. У нас запас топлива на 46 километров. И мы сейчас будем в гору подниматься. И еще интернета нет. Я-то думал, что нам хватит. Что-то почему-то пока стояли, резко количество топлива уменьшилось, как будто бы. Или датчик погас неправильно. А может быть, мы сейчас под уклон? Может, под уклон. Да, вниз, реке. Когда едешь, да. Мы испугались, возможно. Что у нас как будто бы вытек бензин. Будем надеяться, потому что даже ничего нету, горы кругом. Вот такая дорога. Что-то обычно после границы, как правило, стоит заправка. Как правило. Вот сколько мы ездим. Видимо, здесь непопулярная граница. Возможно, да. Машин мало, действительно их мало. И здесь бетонка, кстати, интересно. Не асфальт, а бетонка. Опа, все, бетонка закончилась. А дальше будет как... Ой, интернет появился. Прям тут, на этой границе. Дальше будет Света как... Караколпаки. Ага, не надо, пожалуйста. Не хочу ничего. Castle of Kweishi. Замок Kweishi. Куда вы по дороге подниматься? Если... Еще бы решить вопрос с бензином, вообще было бы хорошо. Наверх? Направо? Угу. Поверните на кольцо, затем сверните на первый съезд. Заговорю. Держитесь правее. Ой, бензин, Вадик. Юху! Это бензин? Да. Ура! Повезло. Наверное, бензин, да. Рано мы обрадовались, да. А бензина нет. Через 10 километров будет. Машины-то еще советские валяются. А чего бензина-то нету? Почему? Маленькая заправка, не привезли, да. Привезли далеко. Ну, говорю, такой аппендицит, что здесь никто не такое хочет. Место. Ладно, 10 километров. Ну, дотолкаем, да? Если что. Нас же двое. У него второй бензин, или присадка может. Ура, нашли бензин. Второй бензин. 2,70, это ординарный курс такой. Смотрите, значит, туалет МЖ, да? Идешь так, приходишь как бы по-нормальному. Приходишь сюда, а тут нет двери. Ни у М, ни у Ж. Ой, не могу. Заправились. Стало ехать повеселее, попроще. А где мы сейчас едем, Света? Не знаю, по-моему, Боль-Ниси называется этот город. Так быстро пролетаем все те города. Какой флаг красивый, смотрите. Флаг красивый, да. Сейчас будет, наверное, вам скажут, как это называется. Но город хороший, прям такой. Красивый город. Перестраивается, да. Дороги улучшаются. Вот, видишь, перечеркнуто. Что перечеркнуто? Боль-Ниси. Бул-Ниси. Бул-Ниси. Субтитры сделал DimaTorzok.
всему в один день в двух столицах. Света, мы приехали сегодня за день во второй уже столичный молл. Были в Ереване молл сегодня, и теперь Тбилиси молл. Теперь мы вам покажем чуть-чуть цены Карфур уже в Грузии. Так, для сравнения и понимания. Некоторые подписчики все время спрашивают нас, почему вы не показываете цены. Сейчас покажем. Погнали, цены. Так, начнем с Кинзмараули. Так, смотрим соки. 5,40. Так, для сравнения, баночка Бондюэль большая, оливки, так, смотрим, гречка, килограмм, я так понимаю, что еще показать вам, ну вот, может быть, макароны, спагетти. Сахар не вижу я, сахар, рис, ну вот рис, например, это дорогой рис, а вот обычный рис стоит вот так вот. Из нашего масла нашел только злато, вот такая у него цена, 5,95. А, вот слобода еще есть. 6,90. Так, смотрим, сахар, песок. Больше всего мне понравилась цена боржоми моего любимого. Большая бутылка. Так, вот, ребята, соль. 900 грамм. Так, это тоже соль. Да, тоже соль. 1,75. Я тоже думал, что это не килограмм. Это... Нет, килограмм. Колбасы, окорочка, карака, сало. Света скучает, пока я хожу, показываю вам цены. Все, я показал нашим подписчикам. Сыра никакого не прихватил по дороге? Нет. Сыра. Я не знаю, какой ты захочешь. Здесь очень большой выбор. Я уже хочу любой после Ирана. А мы набрали воды после всякой. Ирана любой. Лампочек Эры нет? Нет, в Грузию мы не поставляем лампочки Эры. Пока. А вообще, мы прошли по магазину. И вы знаете, вот в большой супермаркет и представлено много товаров российских, белорусских и украинские, даже чипсы я видела. То есть, ну, все намешано. Бизнес должен быть бизнесом. И он должен быть отличен от политики. Гель для душа 8,95. Мыло Палмолив 1,95. Батарейки Duracell 4 штуки, вот такие вот АА-430, 19,90. Energizer пальчиковые, 7,95. Лампочки. Так, все, мы не нашли PlayStation 4. Мы не нашли тебе ни в Ереване, ни в Тбилиси. Нигде не нашли, в общем, ну, да. Ну, в Иране, но мы что-то там не поэтому, купили. Да, ну, не знаю, наверное, $70 нормальная цена, потому что мы видели PlayStation 5, $100 стоит. Ну, в смысле, не сам PlayStation, а... Джойстик, да. Поехали домой. Привет. Мы подъезжаем к Гудаури.
здесь в горах, что-то не знаю, то ли обвал, то ли что. В общем, мы ждем уже минут 10. Я так понимаю, что здесь в одну сторону вводят колонны. И сейчас, наверное, мы туда поедем. Вон встречка идет опять. Вроде с этой сопровождением проехали уже. Ну что, мы доехали до Гудаури и решили, что мы здесь заночуем. Вот в этом отеле. В горнолыжном отеле. Вперед. Наш 5-й этаж. Интересная постройка какая, да? Да, как навес такой над этим. Собаки, уходите. Вот мы и зашли. Там даже кухня есть. Это несправедливо вообще. Остаться здесь еще на одну сутки? Надо уезжать. О, какая красота. Как в Сочи у нас будет. Да. Ой, как хорошо. Господи, покажи, что ты не в Барбосском месте, где ты ночуешь сегодня. У меня сегодня особенная ночь. Я хочу проснуться в свой день рождения в красивом месте. Вот. Проснешься в красивом месте. Да, красиво, наверное. Все абсолютно новое. Как красиво. Давай посмотрим. Не шумно нам здесь будет? Да, утром будет очень красиво. Доброе утро! И спасибо всем огромное за поздравления. Смотрите, с каким видом мы сегодня проснулись. Кайф. Туман еще не рассеялся, но скоро там будет видно. Такая горная долина. Вот, у кого еще путешествие, может быть день рождения попасть на военно-грузинскую дорогу. День в Грузии, да, начинается, закончится в России. Правда, такой туман вот с утра уже у нас. Но мы не торопимся, мы поедем чуть позже. Тем более, что мы сегодня остановились в таком прекрасном отеле в Гудауре. Просто шикарно. Настоящая квартира. Наконец-то с прекрасным душем вообще. Оттуда не хотелось выходить, да, за всю прекрасно. Нашу поездку. С утра рано ехали машины все наверх. Граница России. А сейчас уже время 10 часов. И большее количество машин пошло сверху вниз. То есть из России в Грузию. А мы тут прямо на как... В капитанском мостике наблюдаем. Да. Да, да, да. Ну что, поехали? Поехали! Вот,
вот этот, как это сказать? Крестовый перевал, верхняя точка, 2395 метров, да. Да. В 1697 году поставили этот обелиск. В 1697 году, представляете? Ну да, и он похож на такой именно. Старинный. Здесь была табличка. К сожалению, ее сейчас нету. А, табличка точно сняли. Ну а мы поехали дальше. Домой. Сим-карты покупают, все туристы. Центр, да, все движухи при въезде в Грузию. Так, ребят, мы подъехали к пропускному пункту грузинскому пропускному пункту. Время 11:20. Машины все гнали, прям друг друга обгоняли. Ну вот столько машин. Два пропуска, я так понимаю, не знаю, может быть там дальше больше этих самых оформлянцев. Света пошла, он встала в очередь. Пешеходная очередь даже больше, чем машин. Так очень правильно, несколько человек в машине сидит. Вот, посмотрим, как долго мы будем стоять, но, в принципе, движение есть, как вы видите. Но, наверное, задержка в Грузии не должно быть сильно, они не особо проверяют на выезде. А вот, наверное, на российском КПП придется вытаскивать все. У нас вещей-то полно, вернее, не вещей, а всякой ерунды. И даже не столько вещей, сколько они разбросаны по всей машине, если там начнут вытаскивать все. Ну что, грузинская часть границы мы прошли буквально за полчаса, очень быстро. А вот на российской, я думаю, что мы задержимся надолго. Потому что вот такая вот очередь стоит в два ряда. Я так понимаю, что КПП вот где-то там. Ну что, Света, романтическое день рождения у тебя, да. Стоишь в колонии. Зато какой вид, да. Камни, как я люблю. С днём рождения!
Ура, ура, мы в России, мы вернулись. Дома благополучно вернулись, ура! Все прошло, все хорошо, России уже не страшно. И, наконец, у нас интернет, Света. Я могу всем отвечать. Включай интернет. Спасибо, да. Хотела сказать, что наши ребята-пограничники работают очень быстро. Много окошечек работают. Ну, грузинские тоже быстро работали, да. Удачно в этот раз, при таком большом количестве машин, очень удачно мы прошли границу. Да. Вежливый, очень хороший даже переход. Даже день рождения поздравили. Да, очень хороший переход, очень много одновременно проверяющих окошек, да, все супер. Поэтому Россия, отдыхаем после отдыха. Очень нам еще три дня ехать, нам еще три дня, я не знаю. Отдыхать мы будем дома. Да. Наше счастье жить одной судьбой. Песня про нас. Да, 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 точно. Сегодня день рождения. Приди, Маша, поцелуй знакомых. Поцелуй в щечку теплые стихотворения. Забыл сказать, что российскую таможню мы хоть и постояли, но мы прошли в течение 40 минут. То есть грузинская 20 и 40 минут российской. Итого час прохождения границы. Теперь, Светочка, по-настоящему, днем рождения! Сегодня уже 31 августа, день рождения Светы вчера прошло, но ура, как вы видели. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всем, кто в телеграм-канале вчера меня поздравлял. Мне очень-очень приятно, правда, спасибо. Вот, ну, а мы продолжаем свой маршрут уже теперь до дома. Нам от Пятигорска примерно 1500 километров. Мы выехали сегодня чуть позже. Считайте, мы выехали в 2 часа. Ну, планируем где-то пополам дорогу разделить, где-то до Богучар доехать, если получится. Если нет, то чуть ближе, может быть, Миллерово. Вот, зная эту дорогу, в принципе, дороги ездили уже много. Она частично платная до Богучар. Вот, время нам покажет, что ехать нам 9,5 часов. Ну, учитывая остановки, будем ехать часов, наверное, 10,5. Мы обычно долго не останавливаемся. Вот, дорога вот такая вот, прямая, ровная, скучная, но это дорога домой.
Откуда мы доехали, мы не знаем. В общем, мы на полдороге. Мы чуть-чуть не доехали до Каменск-Шахтинска. Да, где-то буквально 30 километров. Нет, наверное. Меньше. Меньше? Меньше, меньше, да. Вот, и остановились в таком мотеле. И он нам очень напомнил мотель, как мы останавливались в Америке. Да. Да. Вот прямо все один к одному. Ну, это хорошо, что научились сейчас у нас делать мотели, где можно путнику переночевать. Но пока еще не научились сервис оказывать. Поэтому мы остаемся здесь. Я приду с цветами. С цветами. Да, я их довезла, целый день трясла. Они даже падали несколько раз. Да. Вот такой номер. Это, конечно, не те номера. Даже с Ираном не сравнить. Да уж. Ну ладно, сейчас нам вот убирать не приходится. Хотя цена у него, как в Иране. Вот такие вот. Кондиционера нет, ничего нет. Но есть душ. Ну, поэтому они даже паспорта у нас не спросили. То есть тут даже украсть нечего. Да. За 2800. Весь этот номер можно купить за 2800. Ну, знаете, мы уже попадали в такую ситуацию, когда... Когда не было вообще. Ну, вы помните, наверное, когда мы ехали, да, и пришлось в машине спать. Поэтому, чем в машине... Поэтому это просто будет райское место для сна, да. Райское место. Почти. И Фредик отдохнет наш. С названием... Отель? Отель. Там было написано, я забыла. Добрый вечер. Ну что, ребята, мы, это сегодня, надеюсь, крайний вечер нашего трехнедельного путешествия в отеле, да? Да. Надеемся, что завтра мы будем дома уже. Тут такая обстановка, вот как мы уже сказали, как в Америке. И это не самый плохой вечер нашего путешествия будет, наверное. Я не знаю, какой сон будет у нас здесь, на этих кроватях, но... Не-не, неплохо. Лучше, чем когда нигде негде переночевать, когда мы... спать в машине и утром негде умыться, это пусть будет. Мы так. Не помню, я уже рассказывал, мы рассказывали, нет, когда мы ехали как раз туда, только в Иран, как раз на этом пути нам пришлось ночевать в машине. Конечно, это было в первой серии. Но не ночевать, а 2 часа поспать просто. Это же было в первой серии. А я уже не помню. Что было в первой серии, я уже не помню. Сейчас, во всяком случае, будет кровать, есть душ. Все прекрасно. Да. Очень здорово, завтра подведем итоги. У нас такие романтические воспоминания, как когда мы по Америке ездили, мы частенько останавливались в таких вот отелях и так сидели на скамеечке там. Вот. Но и для тех, кто хочет знать информацию, которые нам говорят, что не рассказывайте о себе, а расскажите о своем опыте. Здесь не только, наверное, обойщики останавливаются, здесь маленькие, да, машинки тоже. Да, детишки. Вот с нами, с соседями, да, тоже с детьми. Останавливается, в общем, вот такой вот. И сегодня приятная погода. Нам кондиционер сегодня не нужен. Не нужен. Да, мы обойдемся вполне. Завтра крайний рывок будет уже километров 800 до дома. И очень надеюсь, что завтра вечером мы уже будем дома. В нашем красивом красном доме. Понимаю, это во мне душа. Всем привет! Привет, ребят! Мы уже в Московской области. Переночевали сегодня где-то возле Каменск-Шахтинска в придорожном отеле. Но я вам скажу, что мы как можно раньше оттуда уехали. В 6 мы уже свалили, потому что... Поэтому рекомендовать вам его не будем. Да, я считаю, что... как бы водители больше грузов, парни ко всему привычны. Но даже им, наверное, не стоит такие условия создавать. Вот, что вам сказать, устали уже, Вадик пьет, все, осталось нам... пьет вторую банку Red Bull, а я третий стакан кофе. Ну, да, в конце маршрута, все-таки тут больше 1000 километров, тяжеловато, ну, до дома осталось там что-то порядка 200 километров. Знаете, ощущение, что это не с нами случилось, эти 3 недели, которые прошли нашего путешествия. Уже Иран где-то остался. Шикарное путешествие. И все бы было грустно, если бы не то, что будет фильм, и мы будем всегда вспоминать, смотреть и
вместе с вами, я надеюсь, переживать эти дни, которые прошли, вот Армения, Грузия, Иран. Угу. Вот, все очень. Да и даже путь интересно. Домой. Да. Ну, мы приедем домой и, конечно же, еще. С вами увидимся. Сегодня 1 сентября. Всех, кто пошел в школу, поздравляю. Итого. Фредик, умница наш. Фредик, молодец. Итого у нас получилось 9880 километров. Как-то, да, мило, как-то мило. Грустно. Не как-то надо. Грустно. А что грустно-то? Путешествие закончилось. Но скоро будет еще. Теперь будем уже отдыхать. Куда мы теперь поедем? На море, там, где я буду купаться, без платка. Ну что, ребят, все, наконец-то цель наша достигнута. Мы дома, мы вернулись. Проехали мы 9880 километров, почти 10 тысяч, как и планировалось. Фред нас не подвел. Да, все хорошо. Мы живы, здоровы. Иран нас впечатлил, очень интересно. Вы все видели. Спасибо. Надеюсь, что всем, и вам кто, было да, интересно. Всем, кто следил за нами в Телеграме в это время и да. Очень нас поддерживал и помогал. С вами было ехать классно, вообще, круто, весь. Вообще. Вы... И не страшно. И не страшно, действительно, мы очень чувствовали вашу поддержку. Спасибо вам огромное, ребята. И спасибо всем, кто досмотрел все наши серии до конца. За ваши отзывы спасибо. Было очень здорово, было очень классно. И теперь до нового путешествия. Пока! Пока-пока. Я забыла. Что она забыла? Что забыла? Да, наш очередной трофей. Иранский флаг. Он просто такой большой, но он остался. Маленького не было. Лицо. Да, красавчик.